День единства народа Казахстана отмечают и в Акмолинской области. Сейчас на набережной озера Копа развернулись массовые гуляния и спортивные состязания с участием местных этнокультурных объединений. На прямой связи с нами находится наш корреспондент на месте Аслан Абуталипов. Аслан, добрый день. Как в этом году акмолинцы празднуют День единства народа Казахстана? Здравствуйте, Тимур. Для начала отметим, что День единства народа Казахстана является одним из самых любимых праздников акмолинцев, так как у нас в регионе проживает множество этносов, а это, если быть точным, около 40 этносов, поэтому местные этнокультурные объединения и творческие коллективы приложили все усилия, чтобы достойно отметить этот праздник. Празднование Дня единства началось с самого утра, если быть точнее, с 11 часов. Со спортивно-развлекательных мероприятий. С самого утра местные жители спешат на новую набережную нашего города, на живописный берег озера Копа, где проходят массовые гуляния. Главной частью праздника стал фестиваль Достықтын дәмі, согласно которому 17 этнокультурных объединений развернули свои шатры и палатки и представляют в них свои национальные традиции, обычаи, кухню и блюда. Что касается горожан, то они все в прекрасном расположении духа, царит атмосфера праздника. Многие поздравляют друг друга с праздником и выражают искренние пожелания. Эфира нам удалось пообщаться с представителями этнокультурных объединений. Они отметили о значимости Дня единства народа Казахстана и поздравили своих земляков с праздником. Сейчас предлагаю их послушать. Этот праздник для нас очень важен. Этот День единства народа Казахстана. Все наши этносы, вот мы сегодня собрались, решили показать наши традиции, наш прекрасный дастархан. Хотели вот угостить сегодняшним. Бүгін мен сіздерді хамма Қазақстан Ақмола облысының тәбірлейім келепті. Олардың хаммасы тәні саулығы болсын, асманымыз ашық, дастарханымыз мол болсын, интуақларымыз кетмесін, достығымыз яшнай берсін. Поздравляю всех с сегодняшним праздником, замечательным днем таким, когда мы все видим тут разноцветие народов, всех этносов, которые проживают на нашей дружной земле Казахстана. Желаю всем мира, здоровья, процветания нашему государству, чтобы все жили счастливо и радостно. Казахстан, Минжуге, Тангаре, Нальчука, Хамида. С Днем единства народов Казахстана всех. Этот праздник, конечно, очень важен для всего народа Казахстана. Он нас сплочает, объединяет. Сегодня такая теплая, веселая атмосфера. Солнце светит ярко. Все приготовили вкусные угощения для всех наших жителей. Всех поздравим! Жить дуже здоров'я, щастя, помічності. Всього найліпшого. Также нужно отметить, что сейчас проходит гала-концерт республиканского художественного хореографического фестиваля «Би Рух Танысы». Местные творческие коллективы и участники этого фестиваля уже полюбились местной публике, и каждый их художественный номер сопровождается бурными овациями. Также отдельно организована выставка декоративно-прикладного искусства, без которого не обходится ни один праздник в Кокшетау. И также нужно отметить, что поделки местных ремесленников и мастеров также пользуются большим спросом. Также сейчас на другом конце набережной проходят спортивные состязания. Нужно отметить, что очень широкий выбор. Это и национальные виды спорта, а также футбол и другие показательные выступления по художественной гимнастике. Завершением праздника станет молодежная развлекательная программа в стиле Open Air, которая начнется в 18:00 и продлится до 21:00. На этом у меня все. Тимур, вам слово. Аслан, спасибо. Видим, что в Кокшетау празднуют День единства так, как и надо, да, с угощениями, танцами, музыкой, играми и все вместе. Спасибо.